1xBet – надежный букмекер. Устанавливайте приложение 1xBet на компьютер или мобильный, и большие выигрыши от 1xBet будут всегда доступны. Регистрируйтесь на самом надежном букмекере 1xBet прямо сейчас. Ну серьезно, это не первый раз просто, и вы обещали, что вы как что-то сделаете с этим. Я, да, обещал, конечно. Я и сейчас обещаю. Абсолютно. Мы здесь 50 человек со стрельцами. Я согласен абсолютно. Как бы, если вы не можете сказать, я буду говорить. Он приезжает, говорит, что я буду. Не звонить, говорит, как он говорит. Так и надо. Ну, я пошел. Раз, брат. Будем улучшать ситуацию параллельно с игрой. Да не важно, какая игра, Федор, что ты делал. Не важно, какая игра. Они могли 0-5 проиграть, можно 10 человек играть. На всякий случай отвечай. Можете попробовать. Если кто не верит, можете попробовать. Чай даже. Чай без. Это чай без коньяка, ребят. Я понял, что у вас действительно жизнь непростая, если вы даже записываете, что я говорю, ребят. А кому еще? Хорошо, давайте поговорим. Не, ребят, ну хорошо, но мы встречались вчера, было все хорошо на дне открытых дверей, правда? Полчаса тренировки. Устраивайте вы, если вы не пришли на дне открытых дверей, то... Да. А теперь нужно звонить кому-то. Люди, которые уже устали, которые нет, там, зачем мне это говорить, звоните, говорит, там, а, пожалуйста, там, нет, мне надо. А нахуй мне это надо? А можно без мата? Извиняюсь, ну, Федор, что реально? Ну, да, ну, реально, без мата. Можно? Мне же это не нужно звонить, не звонить, тихо отвлекать, себя отвлекать. Я здесь стою, мне нужно, чтобы кто-то что-то сказал. Понятно. Всем надо? Ну, да, всем надо, да. Хорошо. Я был в вашей школе, я все понимаю. Вы же, понимаете, две минуты сказали. Да. Да, а то, хорошо. Я буду разговаривать. Все, это будем считать, что это было последний раз в этом сезоне, по крайней мере. Пока я работаю. Последний раз. Все, договорились. Пожалуйста. Спасибо, что вы